готовим мяса к чаю. Берем литр кефира, но мне на большие порции. Кому нужно поменьше, пожалуйста, можете пол-литра. Чайную ложку, больше чуть-чуть, с горкой соли. 3 ложки сахара. И перемешиваем. Добавляем 2 яйца. И замешиваем. Можно венчику. Взбиваем тщательно. Добавляем муку рассеянную. Размешиваем. Гасим уксусом. Соду гасим уксусом. Ставим на стол и замешиваем. Только не сбивайте много муки, не добавляйте много. Накаляем сковородку, добавляем масло, чтобы оно плавало там. Нарезаем ромбиком, кубиком, кому как нравится. Толщина может до сантиметра делать. Все равно она напухнет. Будет воздушная. Жарим одну сторону, вторую, ведь она уже напухает, как воздушные какие становятся. Готовятся они 2-3 минуты. У меня получилось 6 сковородок. Видите? Такие 6 сковородок. Готовится очень быстро. Киста много было, видишь? Быстро. Чаю. Я понял, что очень мы правда вкусно. Из-за того, что мы делаем на полсотни. С вареньем. Подожди, я сверху сделаю. Посыпьте пудрой, сахарной пудрой. Вот такие они получились. Очень много получилось. Спасибо тебе, дорогая. Приятного аппетита. Всем советую.